Самаре почтили память неизвестного солдата. Традиционное возложение цветов прошло на площади Славы у горельефа скорбящей матери Родине. В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, волонтеры и активисты поисковых отрядов. Подробности в программе события на телеканале «Самара-ГИС». С 15 декабря станет больше рейсов из Самары в Санкт-Петербург. Полеты запланированы с частотой 4 раза в неделю. Время вылета из Самары – 18:10. Продолжительность полета составит 2,5 часа. Сегодня православные верующие отмечают один из главных церковных праздников года – введение во храм Пресвятой Богородицы. В храмах проходят торжественные богослужения, детей приводят на их первую исповедь. Священники и верующие одеваются в голубой цвет, который считается «богородичным». На этой неделе специалисты продолжат проводить ремонтно-профилактические работы с кратковременным отключением холодной воды в Самаре. 7 декабря воды не будет с 9:00 до 23 часов в домах по адресам: Осипенко 14 2024, Новосадовая 22-24. В центре внешкольной работы «Поиск» прошло торжественное открытие отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Участниками стали 20 человек. Это лучшие ученики центра, которые не просто посещают кружки и секции, но и участвуют в общественной жизни, социально значимых мероприятиях. В декабре жители областной столицы смогут наблюдать 2 звездопада. С 13 на 14 декабря звездопад гиганты созвездия Близнецы, метеорный поток Геминиды. В ночь с 21 на 22 декабря ожидается звездопад Урсиды из созвездия Малой Медведицы. В Самаре поздравили казаков с 33-летием со дня возрождения казачества в Поволжье. Праздник организовало Самарское казачье землячество при поддержке администрации Самары.